любимый мой. Да, ты. Зайка, вот еще вот, знаешь историю про Влада Бахова, которого убили 12 этих? Да. Плюс это вообще ужас просто. И до сих пор их не посадили, да, то есть их не привлекли к ответственности, лапочка. А, ну вот всех вот этих, которые над ним издевались, избивали до смерти, там насиловали, представляешь, там да. Это, бутылку, ну, на бутылку сажали. И то есть их, они вообще гуляют, да, на свободе, все нормально. А вот то, что вот меня, да, сейчас хотят сказать, то, что типа я там с кем-то переписывался, или я живу с 10-летней, да, и все, меня хотят прям героя, ну, так сказать, антигероя сделать. А что ты думаешь по этому поводу? Я к этому плохо отношусь. Потому что человек не такой, он меня любит. Того, что он меня любит, я его люблю. Того, что я там чуть-чуть знаю, там, Влада Балабаха. Вот же от любимого, когда он говорил на Ютубе, он сказал, это тоже блогер, считай. Это издеваясь над ним, считай. Медведь Лакума, ну там. Все издевались над ним, этим Владом Балабахом, считай. Они по нему гадости, издеваясь над ним. Если, понимаете, я тоже, как бы, певца Юж Тудова поддерживаю. Мне тоже, знаете, жалко. Считай, умер Митя, почти, когда ему 49 года было, считай. Мне тоже его жалко. Он у нас общий наш Юрий. Он любимый. Для нас как старший брат, правда? Да, для нас старший как брат. Юра Штунов. Потому что мы Юра Штунова оба любим, поддерживаем. Там, нам нравятся все его песни. Ласковый май, эти там. Белые розы. Белые розы. Снег, седая ночь. Вот мне нравится «Седая ночь», да. «Детство». «Детство», «Детство». Да. «Жишь», «Детство». Я в школе обожал эти песни. Вот. «Белые розы». Взяли, отравили. «Днем рождения». Да. Яд обнаружили в крови и сказали, типа, он инфаркт перенес. Хотя на самом деле отравили. Его друзья, мне кажется, не отравили его. А то его несли. Тот говорит, что... Кто-то его добьем. Кто-то считает, что не его, это его друзья отравили. Специально, считай. Ну какие они друзья, если это предатели? Они не друзья, они предатели, потому что они приедут. Вот этот Андрей Панкратов, Кудряшов, вот этот Аркадий. Это просто... Это... Ну, конечно, они специально ждали, когда он умрет. Потому что им не стыдно. Как их и судьбу посадили его бывших друзей.